Всем щербе, дорогие друзья, значит, хочу показать вам интересный китайский девайс, который называется садовый мультитул, либо мультитул садовый. Это не цена, это артикул в таких вот нейлоновых ножнах, либо нейлоновом чехле. Подвешивать можно на пояс. Все chicken cooking. О, такой девайс. Девайс недорогой. И, в принципе, привлекает тем, что сделан достаточно, как в плане люфтов и инструментов, достаточно качественно. Ну, как для китайцев. Ноунеймов. Здесь такой предохранитель, который мы открываем. И все это превращается в секатор. Либо в такой вот мини, что там, нож. Нет, скорее всего, это какой-то мини-топорик садовый. Я не знаю, не садовник. Вот это вот секатор, да? Давайте попробуем кусочек бумаги. Я, конечно, честно сомневаюсь, что он это сделает, но... Ну, как бы вот тут с краю. Почему? Ну, нормально. Смотрите, как ножницами. В принципе, к этому никаких претензий нет, да? Хорошая такая гильотинка, люфтов практически нет, ну небольшой есть такой допустимый, достаточно мощно так все сделано, все хорошо, но, как говорится, не без ложки дегтя. Здесь у нас еще есть инструментики, давайте посмотрим. Нож, кстати, тоже достаточно острый, судя по ну, что-то там режет. В принципе. Опять же, для китайца норм достаточно. Не знаю, поняли вы, в чем подвох, либо не поняли еще. Так, это у нас серейтерный ножик. Плюс отвертка, плюс напильник. Ну, напильник такой себе. Но серейтер достаточно цепкий. Так, как достать следующий инструмент? Это загадка. Пила. Пила очень агрессивная, кстати. Очень острая. Теперь мы можем достать и стаместку. Тут же открывалка, тут же ключики. Стаместка заточена. Но вот она как-то так без зацепов. Достать ее невозможно, если вы пилу не достали. Как, в принципе, и следующий инструмент — отвертка. Если мы все сложим, ну как его достать? Ну вот никак. Вот, китайцы, да, любят такие приколы делать. То есть, как-то вот так вот будем ее доставать сейчас. Ну, Philips, похожий на Philips Victorinox. Так, ну это все фигня. Когда мы открываем инструмент... Ну, давайте нож. И хотим что-то порезать. Клинок у нас... заточен с этой стороны, мы все это дело переворачиваем, и что мы видим? Что вот эта гильотина вплотную пододвигается к нашей венке на запястье. Конечно, можно взять поближе, но вот этот острый край никуда не девается. То есть, да, получается, при каком-то неосторожном движении вот это вот дело прорезает вам руку. Прорезает оно хорошо, хоть тупое, да? Не так сильно прорежет. Реабилитация недолгой будет. Ну, хотя, вот вам и китайская эргономика. Может, я что-то не понимаю, конечно, но это же просто жесть, ребят. Это какое-то, не знаю, орудие для этих, для мазохистов. Может, я что-то не понимаю, конечно. Может, оно так во всех садовых инструментах сделано. Что-то как-то так двумя вот так вот орудовать. Да, смех смехом. В общем, вот такие дела. И опять же, фирма-производитель неизвестна. Почему я говорил, что ноунейм, опасайтесь его. Потому что отрежете себе руку и даже не будете знать, в адрес кого проклятие посылать своей.
Вот такие дела. Нагадил, бери за собой. А с вами был еще разок. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся. Пока.